«Я плачу налоги, где мои дороги?» Эта надпись появилась сегодня на улице Пушкина рядом с домом 39. Кто автор этих слов, неизвестно. Но свою главную задачу он выполнил – привлек внимание к проблеме. Прямо посреди улицы находится яма длиной в 1.5 метра. Если проехать ее на большой скорости, то в ней можно оставить колесо от машины. Глубина ямы 10 сантиметров, но после дождя ее сложно заметить. Поэтому с момента появления выбоины пострадало уже 20 машин. Житель соседнего дома, Денис, тоже водитель. По его словам, яма здесь уже неделю. Сам он старается ее объезжать. Я лично видел, что две машины пробивали колеса, повреждали картер, вытекало масло. И со скорости потока порой образуется пробка, потому что портить своего железного коня никто не хочет. Объехать же яму получается только одним путем. Комичности ситуации придает тот факт, что рядом с ямой стоит машина дорожной службы. На протяжении долгого времени из автомобиля никто не выходил. Но ситуация кардинально изменилась прямо перед отъездом нашей съемочной группы. К яме подъехал грузовик полной щебенки. Бригада дорожников вмиг расставила ограждающие конусы и в течение нескольких секунд полностью засыпала выбоину. В таком состоянии яму они и оставили. Но автомобили по-прежнему продолжают объезжать этот участок дороги. Те, кто решились проехать по щебенке, растащили ее по всему дорожному полотну. Что с таким быстрым ремонтом сделает дождь, по всей видимости, узнаем совсем скоро.